Он просто думает, что вот так можно издеваться над людьми, да? Безнаказанно. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дарк Драгон, Серега, Логдог. Хлопцы, скажите классные слова. Всем приветики, омлетики. Здорово, булочки. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, самая любимая ваша рубрика «Аниматроники пугают охранника». И сегодня мы построили бабушкины калитки, так как вы все любите. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Он бегать не умеет. Да чё, может, смотри, ты даже немножко толкаешь. Что-то получается у тебя. Не? На букву R нажми. Нажми букву R. Ао. Эй! Молодец, Логдог. Красава. Успевает включать. Смотрите, как он быстро оббегает. У него не получается. Я могу. Конченый. Сам ты конченый. Ха-ха-ха. У тебя не получится к нам прийти. Мы тебя не пустим. А, да? Почти. Да не-не-не, мы подловим тебя. Блин, представляете, как он быстро хочет нас убить, но мы не дадимся. Логдог молодец, сегодня на кнопках хорошо играет. Как на пианине. Да ты не ту кнопку нажал, аккуратно. Ну кто это жмет мне эту кнопку? Ну Серега, ну кто это делает? Поломалась, а? Дима. Поломалась? Да. Выпустите. Это вы поломали, потому что вы вдвоем работали кнопками. Ты где, Дима? Да блин, что делать? Верхнюю надо нажать. Маничку. Да, надо отжать все кнопки. Во! А чё, они перекрутили, что ли, ускорители или что? Вы чё там калитки ломаете? Дайте посмотрю. Да у нас что-то тут глючит с аппаратурой. Стой, Дима. А, вот же зажата кнопка была, вы чё? Серёга, у тебя вверху кнопка была зажата. Так я ее отжал наоборот. Блин, что делать? Смотрите, здесь. Нет, Серега, это так не работает. Мы перевернулись, походу. Да? А как такое может быть? Я два зажал ускорителя одновременно. Ого! Поджопник. Так, Серега, заглючило, да? Подожди, хорошо. Надо удали ускорителя, я их сам толкать или новые поставлю. Удалил. Не удалил. Ой. Ребята, бабушкины калитки сегодня подвели нас немножко. Серега, это что за сальдуха была? Так, толкатели, вот, заходим. Так, давай я удалю, Серега, толкатель. Отлично. Ставим новый. Раз. Раз. Все, пацаны, должно работать, проверяйте. О, отлично, ребята, починили, починили. Так бывает, короче, нам продали бракованные ускорители. Знаешь, что было бы классно, Серега? На эти бабушкины калитки еще лазерные мечи прикрепить, которые Дима дамажат. Кто? Мы сломали, мы дураки. Та зажата кнопка. А, нет. Не зажата. Да, время. Короче, Серега, удаляю опять ускорители, я сейчас их по-другому поставлю. Я неправильно их прикрепил. Я понял почему. Ребята, сейчас все мы исправим. Так бывает. Это что-то какие-то не аниматроники пугают охранники, это бешеная калитка. Одну кнопку на закрытие калиток, а? А тебе он удаляет тогда, остав с одной стороны. Может быть, это и влияет, реально. Хорошо, давайте вот так поставим. Потому что если две кнопки зажимаем, то писец. Да. А чё ж ты удалил лишние кнопки, кто поудалял? Я поудалял. Так, я возьму. О! Заработало? Ну, вот, отлично, смотри. Ребята, бабушкины калитки в действии. Одной хватит нам. Да? Да. За пятку тяпну. А нам зачем? Нам главное выжить, прожить ночь. Уже середина ночи. 3 часа ночи. Кстати, он вообще ни разу нас не убил. Он какой-то вообще сегодня слабый аниматроник. Нет, я его убил. Так, какой, если бы у меня так был шанс, и у вас бы калитки ломались, и вас бы выдамажило каждые 5 секунд.
Вообще ни о чем. Ты убивался каждый раз? Конечно, я бы вообще бы тебя мочил бы. Ты бы первый умирал, я тебе сразу говорю. Моментально, дадим просто ему смерть. Ты готов? Умереть. От руки. Сам умрешь от руки моей. Ну так ты вай, заходи сначала. Только если ты возьмешь аниматроника, который дамажит на расстоянии, то будешь конченым. Только которым прицеливаться надо. Знаю. Ребята, внимательно, внимательно. Слышишь, что тебя ждет? Давай, иди сюда. Я слышу. Что, что тебя ждет? Пригвождатель. Иди сюда. Кончены. А вот ты. А что, ворота будут работать, если гвозди в них? Это тварь. Блин, обманул нас. Серега, ты что, видишь, как он делает? Выпустите. Все, выходи как-то. Эй, мы вот тебе поможем. А как реально вы? Надо только нажать. А вот, все, я ему помог, а он. Уже ж тут заспамнится. Так. Лезь, лезь. Давай, щенок вонючий. Че у нас тут фонарик завис? Прикольно. Пошел, пошел, шкандыбай, это слышу. На дурака, вдруг получится. Что там делать? Да мы хотим тебя убить. Закидываем, ребята, все проходы прям. Расстреливаем. Ах ты ж мых. Я попал? Да. Я попал, Серега, я попал, я его пригвоздил. Хорош. Я знаю, мы будем его сейчас наказывать. Так, можем вообще его заморозить. Я вижу. Серега, знаешь, что надо заморозить его и как чучело на стену повешать? Я сейчас издеваться над ним буду, если заморожу. Да, это будет прикол. Я его хочу заморозить и пригвоздить. Сейчас дом я вам заморожу. Прикол. Расстреливаем везде, со всех сторон. Ну, он тут. Аниматроники сегодня не могут пугать охранника, это невозможно. Блин, прикольно, прикольно простреливаем. Видишь, ребята, если этот ролик наберет 2000 лайков, то мы снимем рубрику «Охранники пугают аниматроников». Серёжа, ты что делаешь? Ну, Серёга, ну что ты делаешь? Где этот подлец? Я его пригвоздил, Серёга, он теперь тут будет стоять. Над нашей душой и мочить нас. Подлец вонючий, а. А вот. Блин, меня его калитка придавила, помогите, не могу встать. Угон, ежик. Ага. Ах ты галимый. Да дай, блин, этот, выйти со спауна. Ты чё со спауна мочишь? Это же честно. Так, Серёг, какое ещё можно оружие против него взять? Фризган. Так, фризган? Ты уверен? Дурачки. Так, 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 так. А где фризган? Я... О, вот он, его поменяли немножко картинку. То была анимация, теперь у меня просто черная. Я не дам выйти. Ты не дашь мне выйти? Я этим не дам. Чичундром выйти. А где он? О, там фризган, они хотят меня заморозить. Это что за аниматроники пухают? Давай, иди сюда, Галим. Серега, отомсти за меня, пожалуйста. Я сдох. А как его убить? Идемте все вместе опять его наказывать. Ты задрол, блин, а? Ребята, сейчас, 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 сейчас. Он просто думает, что вот так можно издеваться над людьми, да? Безнаказанно. Ах ты, говноед. Серега. Да ну смотри, это же нечестно. Да уходи со спауна, так нечестно. А мы галимые. Да какой мы галимые, мы не будем тебя мстить. Я вижу локдок тебе. Моя, Серега, где он? Блин, ну Серега, Серега убил его. Ну это, конечно, нечестно было, хотел заморозить его. Ну, вот это так. Тебе подарок. Да какой подарок? Ты меня убиваешь. Дим, хочешь сюрприз? Да я хочу заморозить его. Попробуй.
Да он не дает мне, Серега, заморозить себя. О, Серега, иди сюда на спауне. Стой, не уходи, не уходи. Это, только стой там, пожалуйста, хорошо? Не уходи. Если ты уйдешь с того места, ты будешь цикуном вонючим. Я стою на месте. Ой, ой. Я слышу, бомбу кто-то взял, поставил. Ой, если на бомбу поставить кнопку, давайте проверим, взорвется или нет. Не. Если понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд, на всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.